вместе провести время – это большое счастье, потому что в бесконечных разъездах. Были случаи, что виделись 1-2 раза в месяц. Это было хорошо. Иногда скучаешь очень сильно, и это как бы плюс. Иногда возникает раздражение, что мы так надолго расстаемся. Это минус. Я это принимаю как данность, что когда я выбирал жену актрису, я понимал, что это возможно в перспективе. И надо просто это принять и с этим жить. А по возможности стараться максимально свое время пытаться совместить. Так, сидеть, босс. Сидеть. Молодец. Лежать. Нет, я грязный не хочу. Лежать неправильно. У меня никогда не было собаки, и я, как любой нормальный ребенок, всегда мечтала иметь собаку. Максимум у меня был кот, минимум были мыши какие-то декоративные. И когда в моей жизни появилась собака, я, в общем, влюбилась окончательно и бесповоротно, потому что сбылась моя детская мечта. Этот суетун стопроцентный. Весь в хозяина. Весь в хозяина просто. Это точно. В глобальном смысле, безусловно, Денис главный, потому что он такой хозяин в доме, он знает, сколько стоит недвижимость, на сколько упал доллар, но в мелочах, во сколько где ему нужно быть, во сколько для этого нужно встать, во сколько выйти, что надеть и так далее, это абсолютно я. Я глобальные вопросы очень боюсь решать, но по мелочи у меня все записано, я четко помню, где, когда, чего и как. Он этого не помнит и не знает. Так что если я его не пну, он может, в общем, куда-то и не поехать. Я в семье. Да, ну. Русская национальная вспыльчивая. Мне как-то помочь преодолеть мою национальность, и в этом плане я очень благодарен. А по принятию решений, наверное, все-таки последнее слово там, наверное, за мной. Получается, что находимся в Москве порой очень редко, и машина даже и на двоих все равно стоит. Поэтому получается так, что совершенно спокойно ее делим. Если где-то договариваемся на каких-то встречах, то приблизительно рассчитываем, что кто-то кого-то мог довезти, либо Машку меня, либо я ее. Это удобно, когда жена у тебя за рулем. Некоторые бывают случаи, когда иногда хочется отказаться от руля, особенно при встрече с друзьями. Я вообще стараюсь его никуда не возить, потому что он не консультирует, он комментирует каждое мое движение. Я действительно перестаю что-либо соображать, когда рядом он. То есть я начинаю так нервничать, мне так хочется, чтобы он меня похвалил, сказал, что я замечательно вожу машину, что у меня тут же все сыпется из рук, я перестаю видеть знаки и так далее. Поэтому если мы вдвоем куда-то едем, я сразу говорю, что не умеешь молчать, когда я за рулем? Пожалуйста, веди ты. Машка, когда мы познакомились, она вообще человек довольно-таки такой широкий и любила потранжирить, честно сказать. Она любила походить по кафушкам, по ресторанчикам, это бесконечные какие-то тусовки. Я с этим, в принципе, боролся и, по-моему, достиг каких-то определенных результатов. Ну, естественно, она, в свою очередь, тоже боролась, потому что я сейчас тоже не против посидеть с компанией где-нибудь в каком-нибудь ресторанчике, в кафушке. Только главное, чтобы не перемещаться. Капучино такой, будешь? Такой. Тоже латте еще один и эспрессо с сахаром. Значит, 3 классических латте без сиропов и 3 классических. Порция большая, да. Кофе я очень люблю, и вот стараюсь тоже себя обманывать. Покупаю, например, латте просто в силу того, что там огромное количество молока. Если бы там не было молока, я могла бы эту кружку кофе выпить крепкого. Денис в меньшей степени любит кофе. Он такой чаепитный человек. Но я его приучила и к этому. То есть, в общем, с кем живешь, в общем, от того и привычки вредные берешь. С кем поведешься, от того... Я жуткая транжира, страшная. Он любит копить. И, собственно, благодаря тому, что он любит копить, мы еще не разорены. Но он любит копить, как сказать,
технически. Вот он принес, положил, и вот у него ощущение, что он копит. Он никогда их не пересчитывает. Поэтому я, в общем, втихаря могу какие-то траты делать бессмысленные и нелепые. Он об этом никогда не узнает, и поэтому особо не страдает по этому поводу. В итоге мы сумели накопить и на квартиру, и на землю, купили земельный участочек в Москве. И, в принципе, если бы мы были крупными транжирами, то, наверное, вряд ли бы это удалось. Не так много проектов. Вот есть спектакль «Ханума», где мы вместе играем. И мы играем жениха и невесту, которые страшно любят друг друга, но, к сожалению, естественно, весь спектакль нам не дает быть вместе. И, наконец-то, к финалу пресловутый хэппи-энд, потому что это комедийный спектакль, он без хэппи-энда практически невозможен. И вот мы женимся. Товарищи, лучше займемся декламации. Чем займетесь? Декламации, бабушка. Это громкое чтение с выражением. Получили колоссально, да. Я могу знать какие-то такие нюансы, которые никогда не узнаю, встав с партнершей, с которой я знаком там 2 часа. Вот нас познакомили, здравствуйте, Денис, теперь целуйтесь. Как-то это все сразу очень так, ну, это бывает на площадке. Я извожу его ревностью. Я не знаю, откуда мне это взялось. Но я иногда веду себя неадекватно. То есть я, конечно, не могу сказать, что я при ком-то делаю ему замечание, но могу, в общем, испортить ему вечер тем, что буду говорить, а кто я, что я, почему, а с кем ты нам переписываешься, а кто тебе звонит, я могу. Он как-то к этому свободнее относится. Вообще, Машка довольно-таки ревнивый человек. Я как-то, мне кажется, менее ревнив, хотя, когда я вижу ее в кадре, целующейся с там, моими однокурсниками, то, конечно, возникает какая-то такая история, что же это вот. Но так как ты прекрасно понимаешь все издержки нашей профессии, прекрасно понимаешь, что за этим нет ничего абсолютно, что это абсолютно трудовой процесс, то есть здесь надо быть очень внимательным, смотреть, чтобы у тебя вот эта часть лица попадала сюда, что потом надо переместиться сюда, руку положить сюда, голову повернуть сюда. И это все расписано, еще надо сказать текст. И за этими поцелуями в кино, как правило, ничего не стоит. Что ты делаешь, бесстыдник? Отпусти ее, бабушка! Выйти замуж, любые фигуры выделывать. Бабушка! Самое сладкое, в общем, в семейной жизни и планы на будущее. В самых ближайших действительно начать уже строительство дома. Вот. Еще более ближайших, конечно, уже начать рожать детей, чтобы была большая семья. Планы, в первую очередь, это, конечно, дети, это строительство дома, это помочь близким. То есть это такие вот наши глобальные планы, которые могут сейчас быть в первую очередь осуществить. Но все-таки у нас какой-то уже задел есть, и надеюсь, даже при том, что Машка, будучи беременной, она не выпадет из процесса, наверное, уже сильно по этому поводу переживает. Yeah.